Новый год. Да ебись ты в рот. Всем привет, с вами Дава. И Новый год для всех начался по-разному. Для меня он начался, конечно же, с пиздеца. В том, что мне окончательно, возможно, снесли инстаграм-аккаунт. Поэтому инстаграм-аккаунта Дава Смоук больше не существует. Есть новый аккаунт Real Dava, милости прошу вас туда подписаться. Мне нужна сейчас поддержка, потому что это очень важно. Надо как-то снова вас всех туда затащить, давайте будем честны. Затащить не всех, затащить только тех, кому я интересен. Давайте это сделаем так. Если я тебе не интересен, ты меня ненавидишь, то не подписывайся. Эта информация не для тебя. Если же я тебе нравлюсь, то welcome, Real Dava, новый инстаграм-аккаунт. Я думаю, будет здорово. А мы сейчас сидим здесь, на крылечке. На улице такой ветерочек. Я не знаю, справляется петличка или нет, но думаю, да. И у меня здесь стоит кальян от компании Mr. Wood. Классическая модель, которая очень-очень схожа с Вукой, ты скажешь. Да, это так. Кальян немецкий, хороший. И если сравнивать нынешний Mr. Wood, который выпускается сейчас, и нынешнюю Вуку, то этот братишка выигрывает по многим показателям, потому что нынешняя Вука, она, ну, пиздец. Залупа, говнище, говно, хуйня. Сделали клапан на притирках, который постоянно вылетает, потеряются шарики, разбиваются шарики. Короче, куча проблем. Здесь же немного попроще. Нет, ни в коем случае не реклама. Этот кальян был куплен за мои кровные в Best Shop, потому что они являются официальными дистрибьюторами этого кальяна, и у них как бы цена самая адекватная. Я долго пытался выбрать, что же мне купить себе в коллекцию, Вуку, либо Мистера Вуда. Но сейчас не об этом. Вернемся, наверное, к информации про аккаунт. Так как нужно что-то делать, как-то его разгонять, как-то гнать трафик, к сожалению, у меня нет доступа к моему старому аккаунту, где я мог бы написать: ребят, вот новый аккаунт, переезжаем туда. Но у меня есть мой старый YouTube-канал, который живет, тьфу-тьфу-тьфу, чуть-чуть развивается. И я думаю, что сейчас развиваться он будет еще лучше, потому что контента будет еще больше. Но ведь одного видео, просто где я вас прошу подписаться, потому что я вам нравлюсь, маловато. Ну, мало, согласитесь. Поэтому я подумал, раз у нас Новый год, раз у нас как бы принято дарить подарки, принято как-то друг друга радовать, я подумал, а почему бы мне не потратить немного денег? Да, абсолютно чуть-чуть. И не подарить кому-то вот такой вот новый Mr. Wood антик. Да, я его тоже купил за свои кровные деньги в Best Shop. Спасибо Энгину, что сделал мне скидочку для такого дела. Хотя, конечно, я его хотел разыграть еще на Новый год со старого аккаунта, но что-то не пошло, забылось, как говорится, и слава богу. Потому что сейчас настал тот момент X, когда это прям мне очень-очень необходимо. И вот такую вот моделечку вы можете забрать себе, и я вам сейчас ее покажу, но не просто, так как эта модель идет без колбы, то у меня есть вот такая вот крутая колба для этого кальяна от компании Big Max. Она резная, я думаю, она идеально подойдет к этому кальяну, и я думаю, победитель будет очень рад. Но пока не про условия, давайте пока поговорим, в общем, про компанию Mr. Wood. Почему бы нет, соответственно. Потому что явно многие заинтересованы этим кальяном. И как бы всем интересно, что это такое. Давайте-ка я его сейчас быстренько вам соберу. И мы уже его посмотрим в полном размере. Я попоказываю, потому что я его уже собирал. Я им уже любовался. И это воистину было очень круто и очень интересно. Поэтому ничего не делай. Просто смотри дальше. Это ровно одна секунда. Выбрать тот цвет, который бы понравился многим. Цвет паркета, ну, не очень. Есть некоторые цвета, которые, ну, были очень дорогие. И я не мог позволить, так сказать, их себе купить. Поэтому я определился на вот таком вот черном красавчике. Правда, непонятно, почему здесь оранжевая резиночка, но думаю, будет здорово. А теперь представьте, что вот это станет твоим.
Так как у меня все равно инстаграм-аккаунт заблокировали, а ты все равно был на меня подписан, поэтому даже если ты просто подпишешься и не выиграешь, ничего страшного. Но я буду думать, как радовать вас намного чаще, потому что новая страница, новые эмоции, новая энергия и, конечно же, самое главное, что-то нужно делать прям такое новое. Я вот так вот его поставлю, вы просто посмотрите. Просто посмотрите. Просто посмотрите, какой красавчик. Ну а вам что? Я хочу пожелать в новом году новых сил. Поменьше связывайтесь с всякими долбоебами и, наверное, молчите про политику вообще. Ни к чему доброму это не приведет, а только лишь к худшему. Я, конечно же, не сожалею. Я, наоборот, радуюсь, что в новом инстаграм-аккаунте я смогу делать все так, как я уже хочу. С опытом, как положено, красивенько, правильно. И самое главное, наверное, это общение с моей бандой, да, так, с моими подписчиками. Потому что директ не захламлен. Нет. Ко всем можно ответить. Пока подписчиков мало, но они какие золотые. И если добавитесь вы, будет вообще очень круто. Поэтому это Дава, это кальяны мистера Вуд. И вот этот кальян достанется тебе. Я на нем специально не курю, чтобы он достался тебе абсолютно нулевый, шикарный, потому что сделанный он очень-очень круто. Короче, не знаешь, что купить? Хочешь что-то такого дорогого, красивого, но не хочешь попсовую вуку, то, мистер Вуд, пожалуйста. А где купить? Best Shop. Казань, да, они есть в Казани. Но без проблем отправят, доставят, и там цена, наверное, будет самая-самая правильная. Поэтому это Дава Дым и его новый инстаграм-аккаунт Real Dava.